Принимаем следующую реакцию. И поехали. BTS Fire. Что смотрит? Это 2016 года. Got it. У них оригинально. Клипы. Прикольно. Я думаю, закончилась клип. Это 16-й год, получается, я слушала эту песню. Клип наполовину посмотрела. О боже. Но потом, если честно, сейчас нет. Я думаю, ладно, все понятно. Я смотрела этот клип,
Ну, наполовину. Просто фрагмент, наверное, смотрела. Получается, этот клип 16-го года, а я смотрю в 20-м году. Но я смотрела этот клип. Я еще предыдущий, конечно, смотрела, кажется. Очень много клипов смотрела корейских, но получается, я только в 17-м году пошла вот это на концерт, первый концерт. Там была группа 91 тогда. В 17-м году Экспо была. Я пошла вот это на концерт, K-pop style, что ли. Не знаю, я туда пошла, у меня был билет такой пригласительный. Вот. Получается, я там смотрела. Концерт был очень классный, мне понравилось. Даже видео есть там. У меня в Инстаграме, кажется, есть оно. Я буду загружать все видео в этом году, потому что я тогда не хотела быть, ну, популярной и все такое. Но сейчас уже хочется перемена, изменения жизни. Вот поэтому уже загружаю все видео, реакции. Надеюсь, вам понравится моя реакция. Не знаю, это мне, если честно, все равно. Но я для себя снимаю реакцию, но надеюсь, вам тоже понравится. Ну, если не понравится, то ваше желание. Всем пока!